А, блин, надо было квесты сдать. Да, блин, и перспектив на финале больше на начальном этапе, это я вам ничего не говорю. Ты не таких стать, капал на себе. Это, конечно, что Лара сейчас ТК, это будет помойка. Я сам, я скажу тебе, я сам в 230 шмоте, я соло хилил уже Каражан, Макс, ну, понятно, ну, то есть вот эти, на уровне Каражана я соло хилил. Это на X2, на X3, то есть я, в принципе, и там играю. Ну, я с X2 ушел, когда там уже завели А10, потому что это уже просто жесть, у меня там приз был, ШП. Да, конечно, прикольно, ну, то есть ты валишься, но это уже, ну, дичь какая-то. Что ты говоришь? Да, да, да. Ну, я в основном люблю PvP. То есть PvE это могу, но по потребности. Так вот, Лок уже буду. Мы ж с Локами пришли вместе сюда. Не, ну конечно, конечно, что мы тоже будем участвовать. Угу. На самом деле, знаешь, ну, просто чтобы была нормальная команда, с которой можно пойти, вместе пройти вот эту всю дичь по-быстренькому и без вайпов, знаешь, для меня это самое главное. А вот эти все дополнительные заморочки, это хорошо, но это не самое главное. Потому что вот я, вот я вступил здесь уже в третью гильду, ну, то есть, первые две, ну, то есть, вообще печаль. То есть, реально, я пишу в группу Restorsham, ищу, то есть команду, чтобы пойти вместе РГР, знаешь, чисто своим ходом. И ни один не отписывается. Хотя в онлайне 200 человек. Ну, то есть ни один не отписывается. Соответственно, ну что это за И? Да нет, ну в том-то и прикол, что там нету. Ну то есть там максимальный где-то 190 был. Надо Лёху пригласить. Как его пригласить? Не-не-не, и в этот Discord. О, есть пригласить друзей, да. Так, Лёха, есть. Все, пригласил.
Ну да. Конечно. Да там тем более сейчас будет один на один тоже. Это все мелочи жизни. Сейчас самое главное хотя бы 180-й одеть. Ты тоже 107... А, 158 вообще. Да блин, мне тринкет. У меня просто реально сейчас голды нету купить тринкет. Я был бы уже 180. Господи, ты опять жалуешься. Здорово всем. Привет. Леха, ну что это такое? Угу. Все реплики говно. Нормально залетел я. Хороший старт. Нам нужно убить ящерицу. Все по красоте. Ну. И хватит. Серег, к себе в гильдию туда. По топу. Тоже не помню. Надо пересмотреть. Леха, где ДПС? Я не понял. Я разминаю пальцы. Нася, блин, пробили тебя нормально, так от души. Так, тремор Я не есть. понял. Леха, это что такое вообще? Штаны. Угу. О, блин, да, случайно сролил, походу. Да если надо, бери роль. Потом просто, если сролишь, в обмен кинешь, ничего страшного. Я шучу. Шучу. О, Лёха, красавчик. Да давай, отдам штаны. Ладно, это не мои, не последние, не первые. Сролил и сролил. Чё пристал? Ля, мне это уже нравится.
Это кто такой? Справедливо, справедливо. Да, ну конечно. Мы с Лехой тоже с Украины. Только он с гибридной Украины, а я с Киева. Ну и нормально. Да, белорусов много играет. Точно, я забыл за них. Буду сбивать косты. Ой, давай только так на арене не делай, хорошо? Я забыл, что и у меня есть такой скилл. Леха, ну ты понимаешь, что я играл за приста? Я забыл, что это такое вообще, в принципе, еще сбил коста. Голда. Он Серега спрашивал, как косарь голды поднять. Да. Вот. Вот эти да. Настои, да, собирать, Лех? Да, да, чисто на настое. По 50 серебра, в принципе, нормально. Должен скоро собрать. Я думаю, к утру соберешь. Ну, нормально, я на верном пути. Осталось-то всего-то чуть-чуть, да? Да. Леха, будешь много говорить, я тебе ману восстанавливать не буду. Чего говоришь? Говорю, будешь много говорить, я тебе ману восстанавливать не буду. Я вообще-то молчал. Папки. Нормально. О, так это же название хорошее. Это сильно. Не заморачивайся. Это все мелочи жизни. Да, да, я видел на форуме. Леха, где ДПС? Я ж тебе не милик.
Ну вот как всегда. Да. Я спать. Мне на работу. Спокойной ночи. Доброй ночи. Рад познакомиться. Взаимно. Взаимно. А я так задам сейчас такой скромный вопрос. А эта гильда, короче, с ограниченным, да, количеством человек? Чисто all-inclusive? Уже. Смотрю, 12 человек. Просто я побывал в разных гильдиях. Вот. И там, короче, там где-то человек под... По сколько? По 400, по 500 в одной гильдии торчит. Да нет, это будет дичь полнейшая. Куда? Лёха. Чё, я ничего, я вон кинул, он не понимает. До этого, куда попадали. Блин, где хоть какие-то тринкеты падают? Что за хрень? В каких-то, да, наверное. Ну да, конечно, что когда уже открывается полностью вот там все рейды, то этой ХД уже просто девать некуда. А на начальном этапе это, конечно, печаль. Мне вот надо 200 ОД собрать. Как их собрать? Ну да. Не, ну мы вчера, например, я с ребятами ходил, чисто рандомными, то мы вот смотри, мы просто регаем обычку, умираем, выходим, меняем на гер, заходим и проходим гер. То есть можно, в принципе, тоже так сделать. И оно работает так.
Да, блин, у меня тоже, понимаешь, у меня тоже я все купил, но мне не хватает тринкета. У меня сейчас 175, если я беру тринкет, у меня сразу там к 190 где-то будет. Ну, где-то так. А что ты квест не сделаешь какой-нибудь? Ну, 200-й, просто нету ничего, даже на аукционе нету ничего. Ну, то есть, так а подожди, там... квест любой сделай, и все, на тринкет. Я не думаю, что да, прям да, за это. Да. Вообще нет. Ну, у меня просто пустой слот, да. Угу. Там общее считается общее. Ну да. Оу. Блин. А кто это его смог так себе под контроль взять? Так, а, друг, поднимешь, да? Хил у нас ватный что-то. Так, какую награду за него назначить, а? Пал, касочку дашь? Угу. Так. Тогда буду ставить. Погоди, вот перед боссом, погоди, я ману восстановлю, потому что он же больно бьется. Ага, у меня откуда-то бой. Да мы его быстро заберем. Ну... Ну, а здесь что-то подобное. Что-то подобное. Да. А давайте вот так. Лёха, где ДПС? Глушение. На, минус. Да, да. Так. Походу, да.
Но нормально убили. Да. А что там с ДПСом? Что не так-то? А поговорить называется. Блин, на следующем боссе с Ванда буду бить, понятно? Где? Сейчас стану. Да. Это ж паладин. У вас это имя или у вас это просто никнейм? А сюда? К этой, где в снице? Ну да. И все равно мне больше нравится друид. Ну, больше как ферал. Ну и танчить тоже, я танчил им очень много. Ну, в принципе, да, если руки не с того места. Уиу. Половина еще до 78-го.